это новый Ланзадор. Это будет первая электрическая Ламборгини. В Ланзадоре будет 1340 лошадиных сил и 2 электромотора. Она поступит в продажу в 2028 году. И здесь у нас очень много прикольных фишек. Впервые в истории формат внедорожника-купе с 4 местами внутри. Абсолютно чумовой интерьер с сочной центральной частью. У пассажира такой же крупный экран, как и у водителя. Задние фонари в стиле суперкара «Кунтаж». Очень агрессивный диффузор четырехсоставной с двигающимися элементами. Вот эти элементы тоже двигаются, и вот эти тоже двигаются. В общем, аэродинамика здесь сумасшедшая. Огромные 23-е колеса, очень злые передние фары, а еще вот эти части двигаются, и вот эти тоже. Задние колеса вы можете видеть с любой точки зрения. Оцените этого монстра от 0 до 10 и подписывайтесь на меня, чтобы видеть больше вот такого.